В данном видео вы узнаете, каким образом можно загрузить запись на сайт, новость в рубрику. Вот. Для начала необходимо нам авторизоваться. Логин, пароль вводим тот, который выслал я ранее по почте. Вот. После авторизации перед нами появится консоль. Вот. Переходим в раздел записи. Если вы хотите посмотреть все записи, то нажимаем кнопку «Все записи». Вот. Перед нами будет полный список всех записей, которые есть на сайте. Это конкретно именно по новостям, запись, статьям, которые есть. То есть не страницы оформлены, а именно записи. Вот. Чтобы понимали наглядно, где что находится, я открою сейчас главную страницу сайта от Jumble Service. Здесь, если ниже прокрутить, перед нами будут последние новости. То есть это те записи, которые добавляются в раздел. В раздел туризм, в раздел авиа и ЖД касса, в раздел визы и страховки. Вот это последние записи, которые сюда попали, они появляются здесь. К примеру, нам необходимо отредактировать запись Черногория 2015, вот визы и страховки это называется. Здесь перейдем в визы и страховки, вот, чтобы вы видели. Вот, Черногория 2015 без визы въезд. Вот, ну, к примеру, мы хотим поменять саму картинку. Вот она, маленькая картинка. Нажимаем «Изменить». И перемещаемся уже по окончании загрузки, перемещаемся вниз. Выбираем миниатюру записи. Удалить миниатюру. И задаем миниатюру. Вот. В появившемся окне мы уже можем использовать те картинки, которые есть у нас, либо загрузить новые. Вот. Через кнопку «Выберите файл», это через с компьютера вы можете загрузить новые. Вот. Здесь мы выбираем интересующую нас картинку. Вот. Ну, к примеру, эту. Задать миниатюру. Вот. И сохраняем. Нажав кнопку «Обновить», сохраняем изменения. Вот. Изменения сразу мы можем видеть на сайте. Если обновим страницу, перед нами появится уже обновленный вариант самой картинки. Вот. То же самое с заголовком и описанием. Вот. То есть заголовок здесь меняется. Вот он. Черногория 2015 безвизовый въезд. И рады сообщить о временной отмене виз Черногории для граждан Казахстана. Сам пункт. Далее, чтобы добавить запись, например, добавить новую запись, нажимаем. К примеру, нам необходимо добавить запись в раздел «Туризм». Вот. Здесь задаем заголовок. Так. Заголовок для туризма, ну, давайте возьмем из горящей туры. Вот здесь есть новости, которые надо упорядочить. Вот, Объединенные Арабские Эмираты. Так. Например, ОАЭ. Здесь сразу задаем описание к нему. Можем выделить, отметить жирным. Вот, здесь указываем, к какой рубрике это относится. Вот, это туризм будет у нас. И задаем обязательно миниатюру для записи. Так, здесь мы можем выбрать уже имеющуюся картинку, либо загрузить с компьютера, если подходящих картинок нам не достаточно. Ну вот, примеру, Дубай, да. Так. Нажимаем кнопку «Опубликовать». И сразу можем видеть уже на главной странице сайта. Она появилась у нас в ленте. В ленте последних новостей. Ну вот он, туризм. ОАЭ.
Такс. Тур от четырех ночей. Что более подробно было в заголовке? Четырех ночей. Вот, обновляем. Смотрим изменений. Вот, если нажать на саму новость, то она откроется в новой, на новой странице, где уже будет подробное описание и сам текст. Вот. Здесь можно поделиться записью, оставить комментарий. Вот. Либо увеличить картинку и посмотреть ее. Вот. То же самое можно увидеть в разделе «Туризм». Вот, пожалуйста, раздел «Туризм». Вот она. Новость, которую опубликовали. Вот она здесь располагается. Вот, по новостям, в принципе, все, что хотел объяснить. Будут вопросы по новостям, задавайте, пишите.